Инстардинг представляет «Последние слова Стивена Хокинга». Постепенно становилось ясно, что со мной что-то происходит. С каждым днем мне было все труднее и труднее вставать с постели. Моя мама поняла, что что-то не так, и отвела меня к доктору. Я провел неделю в госпитале Святого Варфоломея и был тщательно обследован. Врачи никогда не говорили мне, что именно со мной было не так, но я догадывался, что мои дела были плохи. Доктор, который меня обследовал, отказался меня лечить. Он считал, что мои дни сочтены и уже ничего нельзя сделать. В итоге я впал в депрессию. С каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Казалось, что уже нет никакого смысла продолжать работу над моей докторской диссертацией, потому что я не знал, сколько еще проживу. Хватит ли мне времени закончить ее? Но я приходил в Кембридж и продолжал заниматься космологией, и это было именно то, что спасало меня. Спустя некоторое время мое состояние стало более стабильным, и в моей работе появился прогресс. После того, как мои ожидания снизились до нуля, каждый новый день становился для меня подарком, и я начал ценить все, что имел. Затем молодая девушка по имени Джейн, с которой я познакомился на вечеринке, вдохнула в меня новую жизнь. После женитьбы я воспрял духом и понял, что жизнь продолжается и надежда есть. Я рад, что стал проводником многих амбициозных экспериментов. В будущем мы создадим карту расположения миллиардов галактик и будем лучше понимать свое место во Вселенной. Мы должны продолжать осваивать космос для будущего всего человечества. Я не думаю, что человечество проживет еще 1000 лет, так и не покинув нашу хрупкую планету. Спасибо за драгоценное время для жизни и для моих научных исследований в теоретической физике. По факту мы, люди, представляющие из себя лишь совокупность фундаментальных частиц, смогли приблизиться к пониманию законов, управляющих нами и нашей Вселенной. Это великий подвиг, и я счастлив, что смог внести в это все свой скромный вклад. Мое послание человечеству заключается в следующем. Будьте энтузиастами. Всегда смотрите вверх на звезды, а не вниз, себе под ноги. Пытайтесь находить объяснение тому, что видите, и задумывайтесь о том, благодаря чему существует наша Вселенная. Будьте любопытными, развивайтесь. И какой бы трудной ни казалась вам жизнь, вы всегда сможете найти то дело, которое вам под силу, и преуспеть в нем. Никогда не сдавайтесь, пока есть жизнь, есть и надежда.